Слава, 21 год. Знакомство с рэпером Моргенштерном превратило его из бедного студента в машину. А ты татарин, Алишер-то? А, я русский. Фамилия татарская, имя татарское. Если татарин, то наши руля! А я не татарин, честно. Честно, можем забиться. Люди всегда хотели красиво и хорошо жить. Просто, например, когда я была совсем юной барышней, было неприлично об этом говорить. То есть вы сегодня ворвались в эту жизнь, понимаете? И вы все перечеркнули. И пишете свои правила. Вот как вам в этом живется просто, скажите? Не нравится, тебе нравится? Да, неплохо. Просто индустрия... Оставим соболезным. Простите. А чем мама занимается? Мама психотерапевт и психолог. А еще она очень творческий человек, она музыкант, она художник, она занимается там практически отец? Всем. Батя, я не знаю. Ты скажи, если денег нет, а родственники богатые, значит, а он не родственник. На родственника, мало ли, что он не родственник, он же его взял. Правильно поняла? Да, я состоятельный молодой человек. Это вполне. Ты сейчас состоишь. А, кстати, какое состояние? Давай поподробнее за ну, момент. Как? Ну что же, прям по цифрам так, что ли? Ну, хотя бы от. Ну... миллион будет, скажем. Он мне реально начинает нравиться как человек. Он мне прям, ну вот, он располагает к себе. Слава избегает девушек с пониженной социальной ответственностью, безудержных блогерш и матерш... Да, выпуск полный кал. Не зря потраченное время. А ведь мог бы вместо этого поиграть, например, во Free Fire. Фанаты Free Fire, объединяйтесь для участия в невероятном новогоднем челлендже с огромным количеством призов и подарков. Эй, фанаты Free Fire, йоу! Тебе надо повторить эмоции из игры Free Fire и выложить их ВКонтакте или в Инстаграме со специальным хэштегом. Андрюш, быстрые катки, невероятная кастомизация и ивенты с мировыми звездами. Именно за это я люблю Free Fire. Ссылка в описании. Участвуй в новогоднем конкурсе. Мне кажется, он блин, такой ну, простой чувак. Блин, ну Моргенштерн лицо, как будто он в стрингах. Вы очень похожи на Александра Васильева, который тоже ведет культовую программу на Первом канале «Модный приговор». А что, папа, но вы да? с ним похожи. Вот эта челюсть квадратная, разрез глаз. Посмотрите, это же просто... Как твой папаня. Я вам, знаете, по секрету что скажу? Если у вас... Он очень богатый человек, и у него нет наследников, он не женат, у него нет детей. Сюда его. Секундочку. Отец? Отец. Нет, я отец. Нет, сына. Я отец. Сашечка, ты отец? Мой золотой привет. Но сколько это лет? Сколько зим? Саш, ну это же невероятно просто. Да. Ну, я подошла к этой истории более профессионально, скажем так. Я взяла тест ДНК, заказала его, собственно говоря. Поздно. Короче говоря, ну давайте интригу. Итак, дорогие мои, вероятность отцовства. Или это невеста первая? Александра Васильева. Слава богу, не дедовство. Калишеру и... Ну что же, по результатам теста ДНК предполагаемый отец Александр Васильев, предполагаемый сын Алишер Моргенштерн. Вероятность отцовства равна... Нет, нет. Сейчас. Я не считаю тачки, яхты, бассейн, а я... Что я? Давай поздороваемся. Я Надя, очень приятно. Очень приятно. А ты... Слава. Это Надя, проститутка. Что ты сейчас сказал? Я тебе сейчас букетом огрею. Держи. Как вы относитесь к творчеству Славы и Алишера? Да круто, молодцы, что они делают. Я не скажу, что я прям какую-то музыку слушаю. А ты не прям вот я ваша фанатка, супер. Вы молодцы просто, вот и все, понятно. Пожмем. Если вдруг да, вас ага. хейтят, а вы наркоман... поэтому не пугайся. Наркоманы? Слушай, ты нас хейтишь, ну, мне кажется, да. ты испытываешь к нам сексуальное влечение. О, блин, да. Слава, а ты поешь? Нет. Слава, если снежинка не растает, твоя снежинка, если не растает, в моих
А сколько у тебя? Что? Подписчиков. А где именно? В Инсте. В Инсте 6 миллионов. А у меня только 1 200 800. Ну какой же ты мне папа? Да, действительно. Я папа. После сегодняшней программы. Привет. Привет. Конничива. Отсюда Марина Дес. Юроскунула Касмас. Ой, так ты в России здесь, наверное, вам непонятно, поэтому сейчас я расскажу, да, что есть только... Ну, итальянская. У меня маму ну, да. Марину зовут. Мам. А, да, я очень приятно. Я Марину, твою маму. Это очень приятно, да. Баденька. Баденька. Мы не понимаем. Что, я понимаю, что ты тянешь одеяло на тебя, тебе кажется, что на тебя недостаточно снимают. Да, достаточно. Мне недостаточно внимания. Со мной не говорят, на меня не смотрят. А можно я скажу, почему? Да, потому что ты себя ведешь как Маугли. Знаешь, кто такой Маугли? Маугли – это маленький дикарь из джунглей. Поэтому веди себя сейчас хорошо, не семени ножками, сиди аккуратно, держи спинку, и будет тебе счастье. Так вот, что я хочу сказать? Не буду. Ну, конечно, когда я виноват. Да вы просто скучные. Я действительно его бросил на 22 года. Я не должен был делать так.